Имитикунен кундигречлер видеги буча куска бирини керогод. Бүгүнгү тахари видегара чокускай корат түмөлүгөр алчтык бит. Чокускай корат историятын кепсир көрдөрөр аналлар биги түмөл бит үлелебите эки сылыгар барда. Ол курдугуттан биги бу чокускай корат самай Джон Сылжар оннатон керексир исторический месетигер арылы потолус керексе биллах тияканада. Бу икки жыл тохараттан биги музей бут үлетехин элбеан ортуу тияканада. Ол курдугуттан биги бу бастан арылар бутыгар. Онтон Джон үчөйдү билбедет. Жигинен биги түмөл бит китегинча 17 жылакка 94 күнүгер терилер. Ол гынан баран 3 жыл жети ота хоок бу түмөл үлетин сагалабыт. Онтон китегинча сүрбө 1 жылакка биги бу чокускай корот түрөбү күнүгер үйрөлөк быгыгы майгыга бу түмөл битин арыйбыппыт. Ол кутугаттан биге түмөл бит үлехеттерин тугунан кепсир буллаха биге үс үлехеттек бит. Бу курдук бу бондана харайар кихи. Оннаттан бу экспозицияны, оннаттан бу выставканы турар үлехеттек бит. Онын оттан төхеда агаяк боллар бит бигеттан бу күндерге дылы арас әлбәктәр әйіндері ұйтан бу выстав жебит қырағыз. Ол курдугуттан манна олихин быстылкы былбыт ыйынаксын кедете уларыя тураллар. Онун тун бу самай тун бу түмөл сыгала сурууга бу биги чокускай корот олохтоок тургар ылжыттаргар бу чокускай корот бу төрүттөн ягыттен билиңге кемге дылы историятын кепсир саллак суруктаах үлели хамсыга жабыт. Онын оттон билигин бихигеттон бастаан бу тирилер битигер пондабыт тыгынчара кереңге боллагына билигин бихи пондабыт сетте тыгынча кереңге болла. Ол курдугуттан бияха мында бу тирилер битигер бихиге корот олохтоох тургар, оннотон аттынаак улустар бытыгар бу республика дүнөн акция билдер битпит. Бу бихитинеге тетеңге холобура бу түмөлү тарыйякка дейин. Ол курдугуттан күнүн аксын билинген дылы бияха бу корот олохтоохторо оннотон улустартан даганы бияха араханы исторический сыгынастаах оннотон историялаах маллары саллары белектей тураллар. Оннотон бигеттен бу түмөл битигер улус бир эми экиз кайыз кабытынан булар кыржага салохтоохтор төлөлө. Корот кыржага салохтоохторун кытта манны бияхатын бу түмөл арылыбытар улус сеньор биттере. Ол үйрүүлөрү болор оттон бу түмөлү 1910 сылтан быха тарыяктерин багартыптыры бит. Ол бага санаалара бу 2-5 сыллакка толуга жени тияканада. Ону теңге бихигеттен бу чокускай корот онна республика коллекционердерин кытта улус ситимнеактик үлелээнере бит. Олихин биге холобора бу выставкалар бытыгар коллекционердер биелерин кастаалаагы муспут коллекцияларын биге музей бытыгар агылан турбараллар. Онон оттон бу аспыт ыйга бигеха олуньо 10 күнүттен бу карчы очутоогу биреме бу карчыны сол буяр кумагылар дияка хепте. Бу революция кенниттен сахаре бу автономиятын ылан баран бээте катчаң урар бараа булбу дебит. Ол курдук ол катчылар манна бияка выставкалан тураллар. Ол тугрун ияка сехили коллекционер бээте кепсияга. Оннотон бир тон булаңга бияка тон булаңмы толус киең быйыл биге республика бит бу чокускай корот тирилтелерин кытта экселеленер бит. Ол курду быйыл хама яттан бу сахаэдигер биллер чокускай дагы гормолзавод тогуган саан тоолар. Ол юбилейдаг выставкадан бияка тороктак бит бүгүн. Онон оттон ити курдук колабора тирилтелери кытта ити киндер юбилейдерин
гар аналлах хим бир хлавра каз бирди тарилта хим бир бужакускайгатта хим бир сибастахтиям бит. Оно таһнан оттон биеха саамы сылдар жом мутунан оттон бу маны сергир жом мутунан биеха бу оскола оголары болаллар. Оскола оголарын бу каз бирди быстапка тере арылыдыгар. Оно таһнан бу быстапка чарчетинен ыталлар. Мастер-класстар, лекциялар, онно бардыгар келендер манны көктөктү кытталар. Оннотон билинге бихи үйренечилер бит бу жокускай корот историятын интерьергиллере олус ден токерексе биллях дене тек канады. Оннотон билиген оттон эти пондавытын этен хаддывыт, билиген бихи пондавыт канган бу тен кыражай витигар баппап болла дек канады. Онон колобыра билген оттон бу музей кеңейдигер, онна жети улаатыргар улахан оттон биле үлөнүгү тажабыт, онун оттон бу үйэхэ биге халаячылар быт, ону да өйдүүлөр, онун оттон күз кеме болуктар деген эренебит. Каз бидди халабара бу банна көстөр, халабара биге музей бидигер билген турар экспонаттар, бу куарат улахтоктору белектебит, онна бу турар выставкалар бут, биге коллекционердер бут көмөтүнөн бу биге фонда бут кеңир. Экспонаты своей коллекции – это денежные суррогаты 1922-24 года, то есть им почти 100 лет исполнилось. Начну рассказ с барахолок, так называемых барахолок, когда в 1922 году осенью были выпущены вынуждены деньги. Людям не было нечем платить зарплату. Соответственно, не могли собрать налоги, и люди не могли купить в магазине ничего, потому что у них не было денег. И в этой вынужденной обстановке пришлось пойти на такой крайний шаг, чтобы выпустить местные деньги. Были использованы для этого общегосударственные деньги российские, ну, СССР. Нет, СССР не было тогда, РСФСР 21 года, то есть которые уже вышли из обращения, ими нельзя было в магазине расплачиваться, но поставили вот печать финотдела губисполкома якутского, и сзади на обороте вот сделали надпечатку о том, что в Якутии эти деньги могут ходить дальше. Эти деньги были использованы, в банке были найдены невыданные деньги листами по 20 штук, и на них вот сделали надпечатки. Получается, в конце ноября, больше 100 лет назад, за выходные изготовили деньги на сумму 30 миллионов. То есть необходимый объем денег для выдачи зарплаты и сбора, ну, чтобы денежный оборот у нас возобновился. Почему такая ситуация произошла? Как вы помните, по истории в это время шла гражданская война. В Якутии она шла дольше, чем в остальной стране РСФСР, то есть на окраинах еще бушевали бои. Поэтому сюда не могли доставить деньги, не могли привезти нормально товары, люди не могли ездить, потому что шла война. Белая гвардия, белогвардейцы, они препятствовали нормальному, скажем так, нормальной жизнедеятельности нашей республики. Поэтому деньги не могли привезти, и поэтому, вот, соответственно, вот эти денежные суррогаты, заменители денег были выпущены. Потом это был не первый и не последний выпуск. В 22-м, 23-м, 24-м годах еще были выпущены другие денежные суррогаты, потому что последние бои у нас, ну, в 24-м году и закончились. Вот дальше вот у меня в моей коллекции есть деньги Холбаса. Это был основной держатель товаров в республике. То есть они могли выдавать вот за вот эти расчетные знаки товары. И этими же деньгами собирали налоги. Интересная особенность вот этих денег о том, что они приравнены к золоту. То есть в 24-м году, уже СССР тогда появилась, деньги были выпущены в червонном, ну, приравнены к золоту. То есть, по идее, можно было поменять в банке деньги на золото. И были выпущены золотые червонцы. И вот эти бумажки, они приравнивались к этим золотым деньгам. Такая вот была особенность. Только Якутии разрешили в 24 году выпустить свои деньги из-за тяжелой финансовой обстановки. Вынужденно. Потом вот эти деньги, когда привезли в достаточном количестве общегосударственные деньги, в 23 году вот эти были поменены, и осенью 24 года вот эти разменяли один к одному.
Так, что еще хотел бы рассказать вот про эти деньги? Исидор Барахов стоял, вот его подпись здесь можно будет потом подойти посмотреть. Его стояла подпись и Алексея Семенова. Алексей Семенов, это вот осенью 22 года был назначен наркомом торговли и промышленности. И у него был уже опыт выпуска денег своих. То есть не своих, а денежных суррогатов. В 19 году тогда был только товарообмен, то есть за услугу получал товар, или товар менял на услугу, то есть или товар на товар меняли, то есть денег не было. И он выпустил такие винные деньги. То есть нашел в магазине винные этикетки, и на них поставил подпись и написал номинал. То есть каждая денежка была там на Кагоре, на Мадере, на вине, свой номинал имела. Эти деньги очень особенные были тем, что они были выпущены вот на такой необычной основе, на винных этикетках. И Алексей Семенов, он был эсперантистом, это международный язык. И вот как на этой почве он познакомился с Максимом Горьким. И с ним переписывался еще с дореволюционных времен. И он отправил ему несколько своих вот этих винных денег как образец на память. И получается, только в архиве Максима Горького сохранились эти деньги. Больше нигде. Эти деньги почему не сохранились? Потому что они были особенными. На них можно было купить товар, поэтому люди их не стали хранить, а поменяли на товар. Поэтому, в принципе, за вот эти 70 лет, которые произошли с открытия этих денег, винных денег, больше нигде не найдено. Вот эти более-менее встречаются, этих тоже много. Вот интересная история находки вот этих Холбаса денег. Раньше типография была недалеко отсюда. И на чердаке этой типографии были найдены вот эти мешок этих денег невыданных. Ну, видимо, кто-то там, не знаю, для каких-то целей сохранил. И поэтому довольно вот эти Холбасы, они более-менее распространенные. Вот Бараховки, они более редкие. А винные деньги вообще уникум, известны только вот по одному экземпляру. Ну, у коллекционеров есть монеты, которые можно отнести к дворцовому обиходу. То есть при Екатерине II, она любила играть в карты, специально выпускали на монетном дворе золотые деньги. И эти деньги вот использовали ее приближенные, и Екатерина II Великая, для игры в карты. Вот есть такие деньги, они очень редкие, очень дорогие. Потом что есть? В принципе, почти все коллекции, они по-своему необычны и интересны. Потому что они рассказывают историю страны. Не только страны, может даже Якутска, Якутии. То есть фамильные предметы какие-то могут рассказать историю семьи. Потом книги тоже по-своему интересны, потому что они несут отпечаток времени именно. Что-то было, например, до революции было популярно что-то читать, а после революции в советское время за эти книги можно было сесть или даже умереть. Что-то было запрещено в советское время, люди это собирали сами сдат. Сейчас это можно купить в любом книжном магазине, то есть это история. То есть любой предмет в коллекции, он по-своему интересен. 24-й год, вот деньги Холбаса, это просто в типографии, что было, то и использовали. Это получается оформление в стиле модерн. В конце 19-го, начале 20 века это был очень популярный стиль в одежде, в архитектуре, в предметах быта. И эти же орнаменты вот, в стиле модерн использовали при оформлении рекламных статей в газете там, или просто для украшения газет, журналов. И вот эти же элементы были использованы для в производстве этих денег, Холбаса. Я сократил, скажем так, свою коллекцию в ущерб. Почему? Потому что мне именно якутский материал интересен, наш местный, потому что он не изучен. И для меня, конечно, голубой мечтой остаются деньги 23-го, 24-го года, 22-го, выпущенные Наркомпромторга, и они очень дорогие, поэтому голубая мечта, порядка 500 тысяч, 400 тысяч за одну купюру на аукционах. И они продаются очень редко.
по возможности стараюсь приобрести на аукционах то, что мне интересно. Но так как я больше интересуюсь якутскими деньгами, поэтому они попадаются редко на аукционах. Но я отслеживаю и смотрю. Акции 90-х годов тоже дорогие, редко попадаются. Потому что у нас коллекционеров такого здесь нету, поэтому все, в принципе, выбрасывается на помойку. Коллекционированием не занимаются, поэтому можно оставить в семье. Но еще есть вариант подарить музею. Ну, наша общественная организация якутская, больше 400 членов со всей республики имеет. То есть во многих Насалигах, Улусах у нас есть свои члены. Благодаря нашей организации мы смогли объединиться в Якутии и проводим совместно какие-то проекты. Выставки, съезды каждый год проводим. Даже во время пандемии мы проводили их онлайн. То есть это нужное дело. Мы стараемся людей объединить. И в нашей организации нет деления там на нумизматов, на банистов. Мы рады всем коллекционерам. Есть, конечно, у нас очень много активных коллекционеров, которые участвуют в наших выставках, мероприятиях, которые всегда рады вот в музее выставить, показать. То есть люди разные бывают. То есть активисты, есть тихушники, есть те, которые вровень держатся и не высвечиваются, их не видно. В нашей WhatsApp-группе больше 200 человек, коллекционеров со всей республики. И есть те, которые мы их никогда не слышали, они ничего не писали, даже рукой не помашут. А есть те, кто много пишет, много выставляет там, фотографии, делится радостью, что-то рассказывает. То есть это в каждой ячейке общества так, в любой организации так. Есть, которые вот средние, есть, которые на виду, и есть те, которых вообще про них никто не знает. Очень много, которые вот то, что вот в кошельке лежит, они собирают. То, что вот внуки поели, они отложили, расправили, положили в альбом. Открытки, которые вот сейчас вот выпускаются, очень много открыток выпускается в последнее время, особенно авторских. Вот, там у нас художники Мира Арт выпускают открытки интересные. Есть еще среднеколымские деньги, которые выпускались в 1919 году, среднеколымские. Они взяли вексельную бумагу и на ней на машинке напечатали номинал и подпись там, кто был тогда главой. Ну, не глава тогда, кто? Ну, какой-то руководитель, видимо. Скорее всего, какая-то община выпустила деньги. Информации про эти деньги практически нет. В каталогах они почти неизвестны. В музее есть 100 рублей только, одна купюра. А их было выпущено несколько. То есть это тоже редкие, вот как винные деньги. И про них, а сколько еще было выпущено, неизвестно. То есть собрать практически все невозможно. 500 рублей, она вот почти вот такая. Это вот такого размера 500 рублей, это царские. А первые деньги российские, которые были выпущены в 1762 году по приказу Екатерины Великой, их делали вот из скатертей дворцовых, из ее простыней, из хлопка. И вот они тоже дорогие, редкие. Там есть экземпляры, которые стоят по 20 миллионов на аукционах. А в нашей организации есть и дворники, и врачи, и полицейские, и все слои. То есть у нас и журналисты есть, коллекционеры. То есть это любой человек может этим заразиться. Когда вот получил на сдачу олимпийский рубль, мне это интересно стало было, папа, это что за денежка? Он говорит, это Олимпиада, вот юбилейный рубль. И стал специально искать такие рубли, собирать, и потом уже это все дальше, больше как ком нарастает. И коллекционирование расширяет кругозор, расширяет круг знакомств. То есть с такими же увлеченными людьми общаешься, и у них узнаешь что-то новое, они от тебя узнают новое, делимся опытом, материалом. Ну, в принципе, это вот как, не знаю, это как фитнес. Тоже свой круг есть почитателей, они тоже общаются. Или вот, пешеходы там какие-то, там, или вот и бегуны, не знаю, там как охотники. Охотники же тоже очень большое, скажем так, круг населения у нас этим охотой увлекается, рыбалкой. Они тратят огромные деньги на свое, там, на моторки, на ружья,
очень заранее начинают собираться на охоту, на рыбалку. Тоже увлеченные люди. Тоже как коллекционеры. Стоит в ДК ДДН имени Кулаковского. 23 февраля выставили марки, значки. А у меня там есть еще один интерес. Автомат Калашникова на денежных знаках стран мира. Не только в России же автомат Калашникова используется. Он много где используется, много где известен. И, например, Мозамбик выпустил их, вернее, не выпустил, он выпускает деньги с гербом, в составе которого автомат Калашникова. Потом Ангола выпускала. И там было изображение высадка морских пехотинцев, вооруженных автоматом Калашникова. Потом у китайцев автомат Калашникова тоже. У корейцев, северокорейцев с 1958 года они выпускают по лицензии автомат Калашникова. И в 1978 году они напечатали денежки. Там солдат, женщина-земледелец и ученый. То есть вот такая у них денежка была. Лаос, Кампучия, Иран, Эритрея. Эритрея – это африканская страна, которая отделилась от Эфиопии. Завоевали независимость. Они долгое время вели гражданскую войну. Потом, когда Союз развалился, прекратилась военная поддержка Эфиопии. И вот эта Эритрея, эритрейские партизаны смогли взять столицу Эфиопии, посадить своего президента, который дал независимость Эритрее. Ну, это все история, это все интересно. Вот как будто бы вроде бы автомат Калашникова, и узнаешь такое. Потом у Ливана. Ливан получал поставки через Иран. Их военные были вооружены автоматом Калашникова. Потом, ну это уже, скажем так, коммерческие выпуски были. То есть наши российские банки покупают у островных государств право на выпуск денег под их именем, ну за деньги. И начеканили там НИУЭ два набора, набор Калашникова был посвящен в этом. Там коробка под монеты в виде магазина, и там две монеты. Там Михаил Тимофеевич Калашников и автомат Калашникова. Таким образом, они отметили 60-летие выпуска автомата Калашникова. Автомат Калашникова, он считается таким же значимым изобретением, как аспирин и атомная бомба. Хотя сам Михаил Тимофеевич говорил, что он выпускает оружие для защиты. Он же об этом автомате задумался в 43-м году или 42-м году, когда был ранен в танке. И он в госпитале лежал и жалел о том, что у наших солдат нет хорошего оружия. И вот так вот. В 47-м году вот автомат Калашникова был придуман. А мне просто жена на 23 февраля подарила вот эти монетки с Калашниковым. Набор вот этот в магазине. Мне стало интересно, НИУЭ, вроде английская королева на одной стороне, а на другой стороне Калашников и автомат наш. Стало интересно, стал копаться, и это выросло в новую тему. Потом одна из последних тем, я собираю монеты, посвященные ковиду. Ковиду и медикам, которые боролись с ковидом. Около 40 уже. Да, ну, много стран выпустило. Благодарность своим медикам. Даже вот небольшое государство Андорра, там всего 30 тысяч живет по населению, или 40 тысяч. Они выпустили монету с благодарностью. Испания, вот Андорра, Бельгия, Франция, Мальта. Мальта, так, еще кто у нас? Киргизы были, украинцы. Россия выпустила 25 рублей. Потом Венгрия недавно выпустила монету, две монетки, посвященные вакцине от ковида. Потом кто еще у нас? Ну, сейчас только эту тему занялся. Гибралтар, англичане, австралийцы. То есть они все благодарны.